Всем привет, привет. В общем, за 283 рубля 65 копеек получаем с AliExpress на 11.11 на Черную Пятницу довольно-таки прикольную флешку на 64 GB. Это уже вторая, первую я протестил. Она довольно-таки шустрая и соответствует всем своим описаниям. И скоростным, а главное, она держит объем. То есть это не какая-то подделка. Непонятно под что, а леновская флешка на 64 ГБ. Полноценная. Приходит вот в таком стике, без переходников. Скорость до 130 мегабит в секунду. Вот. Все ее характеристики. V3, A2, V30, 4К свободно записывает. Так что для Osmo Pocket, для телефона, топ за свои деньги. Даже имеет заводскую маркировку. Поставлялась с сайта AliExpress. А вот сзади, кстати, выламывалась в прошлое. Я помню, что там вроде что-то такое было. Вот. Можно было выбрать и здесь, в принципе. Здесь ее характеристики. Проверять будем на знакомый переходник, который постоянно таскаешь с собой на ключах. Со всякими безделушками. В общем, втыкаем и смотрим, что нам предложит аппарат. А аппарат ее сразу обзор предлагает открыть. Так, ну и соответственно посмотрим, показать скрытые файлы. Скрытых файлов больше нет, только одна папка и все. Так, ну и соответственно заходим и смотрим ее объем, и он будет соответствовать тому, что они заявляли при продаже. Так, где мой проводник? Столько много приложений. Проводник пропустить. Так, отмена, очистку нам не надо делать. Окей. Так, смотрим. Текс. Ну и здесь у нас уже привычная менюха. Память самого хранилища. И выбираем носитель. Так. Еще раз воткнем. Хоп. Так. Давайте ЕС-проводник откроем. Всегда CD-карта пустая. Так, ну и вот собственно ее объем. Читается через переходник довольно-таки нормально.
Так. Шестьдесят четырнадцать ГБ. А, это обычная память. Стоп, а чё ж что-то с флешкой не то. Ладно, воткнем комп, посмотрим, что там покажет нам комп. USB накопитель, продолжить без сканирования. Ну и соответственно диск. Так, USB накопитель 58,2 ГБ, свободно 58,2 ГБ. Форматировать. Начать. Форматирование завершено, все, диск полностью чист. В общем, ссылка будет в описании.